То есть жалоб активных не было тогда на тот момент. Сейчас что-то изменилось с момента последнего посещения окулиста? Ну, последний момент, время так же осталось, 4,5. То есть примерно так же осталось, хорошо. Василий Иванович – ветеран Великой Отечественной войны. Недавно ему исполнилось 88 лет. Отметить такую дату он решил необычным образом. Говорит, чтобы навсегда забыть про коронавирус, первым делом нужно вакцинироваться. Для этого и пришел на День здоровья в Одинцовский волейбольный центр. Вчера было очень хорошее совещание. Вот эти доктора все очень хорошо разъяснили и сказали, сегодня в 10 часов придите, посмотрит вас врач, если вам положено по состоянию здоровья, можем делать вакцинацию. Прием вели медицинские специалисты разного профиля. Жители не только получили бесплатную консультацию перед вакцинацией, но и смогли задать интересующие вопросы лично главврачу Одинцовской областной больницы. Мы постарались сегодня здесь не только терапевта, соответственно, показать вакцинацию. У нас еще принимает зав. Отделением офтальмологии Партяков, отделение офтальмологии Партяков Сергей Александрович. Соответственно, смотрит и дает консультацию как врач-офтальмолог. Я принимаю как главный врач, и мой зам по поликлинике Шатнева Елена Владимировна принимает как зам по поликлинической работе. Соответственно, если у человека есть вопросы, он пришел на вакцинацию, но есть вопросы по офтальмологии, есть вопросы, которые по организации здравоохранения, он может дать их мне, моим замам. Подобные встречи нужно проводить чаще, уверены организаторы. Ведь сегодня вопрос вакцинации один из самых насущных. Экономия времени и денег, консультация опытных врачей – это лишь некоторые из плюсов Дня здоровья. Есть специализированные врачи, которые смогут ответить на вопросы, волнующие конкретно человека. И здесь еще есть один очень положительный эффект. Доступно сразу посетить несколько специалистов, и здесь не надо записываться заранее. Более 16 тысяч жителей Одинцовского округа уже привились от коронавирусной инфекции. О статистических данных, подтверждающих безопасность вакцины «Спутник ВИ», рассказал жителям Андрей Фадеев. Но подчеркнул, важно не забывать, что реакция всегда индивидуальна. Поэтому перед прививкой необходима проверка состояния здоровья. А одинцовские врачи с удовольствием в этом помогут. Проводить Дни здоровья планируется регулярно. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».